Вирус иммунодефицита человека может годами не выдавать своего присутствия. Он коварно пользуется человеческой беспечностью, проникая внутрь организма нового хозяина и длительное время атакуя свою жертву изнутри. Эффективное оружие в борьбе и сдерживании этого микроскопического врага – профилактика и диагностика. Сейчас, благодаря акции «Тест на ВИЧ-экспедиция», любой горожанин может пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование. Это будет мобильный передвижной пункт, который будет находиться у нас на площади Победы 5 августа с 10 утра до 18 часов. Все желающие могут прийти и принять участие. Будет анонимное экспресс-тестирование. Результаты будут известны сразу. Те, кому будет показано необходимо пройти тестирование классическим методом, они будут приглашены уже в наше учреждение после акции. Экспресс-тесты на ВИЧ с годами становятся все более точными и во многом не уступают лабораторному тестированию. Во время экспресс-теста кровь у человека берут не из вены, а из пальца. Результат тестирования будет готов через несколько минут. Вообще по области и по городу в прошлом году как бы динамика шла на убыль. Но все равно обстановка остается напряженной, и в связи с этим происходят такие акции, чтобы как раз людей больше информировать и мотивировать их на сдачу на ВИЧ-инфекцию. Дело в том, что когда человек вовремя узнает о том, что у него есть этот диагноз, он вовремя начинает принимать терапию, и длительность и качество его жизни значительно улучшаются. Тестирование на ВИЧ – это быстро, безболезненно, бесплатно и анонимно. Так что приходите 5 августа на Площадь Победы с 9 часов утра до 5 часов вечера. Виктория Спицына, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.